Такс, сейчас открываем бабулин пакет. Ну, это кукурузные палочки. Не крестинуться, а крестинел. Я и не знала, что такое бывает. Они очень вкусные, я съем всех. Это все мое. Это мое. Это мой. Еще. Подарок тебе. Еще. О, две пакета. Угу. А вот это что? Игрушка. А то еще... Подожди, она с лампочкой какой-то. Ну, я попробую. Открой. Подожди. Сможешь открывать? Вот с этой стороны, наверное. Нет. Иди туда, я тебя не вижу. Камера тебя не видит. Иди там, открой бабулины пакеты. Ого, опять конфеты. Опять конфеты? Да. Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Это не думаю. Подожди, там лапочка, я боюсь. Что это такое? Подожди. Да-да, лампочка там включается. Ух ты! Вот это класс! А что надо делать с этой резинкой, интересно? Нет, я не знаю. Что это такое? А вот это? Не знаю. Может, вот так? Ну-ка, открой здесь. Что здесь? Я не могу ее открыть. Что, снова помогать тебе? Да. Так, открой пакеты вот эти. Мандаринки, шоколадки. Что там еще есть? А я не могу открыть. Ну ты что, взрослый или что? Или ты еще маленький? Маленький. На, я помогла, давай, открывай. Открой пакет, бабулин. 300! Эй, это моя книга. Это моя книжка. Это мое! Это маминая молитвы. Мама отправила бабуля маме. Да, я посмотрю, пожалуйста. Молиться либо кириллица. А это тебе. Бабуля, спасибо. Это тебе. Смотри, что тебе бабуля купила. Смотри. Ты чего? Все, пижама, что ли? Новая пижамка у тебя. Все. Туси. Это маме. Пестелка маме. Спасибо, мамуля, смотри, класс. Я ее даже не буду делать ничего, в ней домой себе заберу красиво. Сломан. Что это? Подожди, давай пижамку посмотрим. Сегодня пижамку новую оденешь? Ну-ка. Успела бабуля в последний день купить. Ну-ка. Класс, смотри, с машинкой. Это моя машина. Ну, наверное, это тебе... Что, она большая или маленькая? Ну-ка. Ну-ка, вставай, я посмотрю на тебя. Вот так. Большой? Ну, нормально. А я тут. Смотри, чтобы у тебя ручки не были в шоколаде. Ну-ка, кофточка, давай, посмотрим. Так-с. Нормально. Ура, бабуля угадала, да? Так, а что здесь? Ну-ка, да, посмотрю я. О, почему все вафельки вот такие открытые? Мандаринки, вафельки, шоколадки, шоколадки. Класс. Давай кукурузные палочки покушаем. Давай! Скажи, бабуль, что ты должен сказать бабуле? Спасибо! Дай пока. Что надо сказать? Спасибо! А еще? Спасибо! 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 Я люблю! Я люблю тебя!